все люди делятся на две категории. Первые занимаются делом, вторые же привыкли только болтать и критиковать первых. Люди дела провели сегодня экологический субботник в селе Подкоровка. Возле местного дома культуры они убирали мусор, косили траву и сажали деревья. Сельчане приходили целыми семьями. Многие уже не один десяток лет участвуют в субботниках, принося реальную пользу экологии родного края. Приятно участвовать на субботниках. Приходилось вот вспоминать мне, сколько раз я участвовал на этих субботниках. Коммунистические были и другие названия, неважно. Вот сегодня я с удовольствием приехал сюда помочь, посмотреть бывшие мои места, где я оказывал работу. Как говорится, в Теренгурском районе я работаю 69-го года и создавали большой потенциал нашего района. На призыв подкуровцев заняться делом откликнулись волонтеры из других районов области. Около клуба скоро появится настоящий парк. Рядом с церковью, находящейся неподалеку от ДК, убирались ветераны из общественной организации «Боевое братство». Добрая традиция, которая зарождалась нашими дедами и отцами, мы хотим своим примером показать, что надо с малого начинать, с малой родины. Вот сегодня мы находимся в Подкуровке. Завтра по приглашению наших боевых братьев мы поедем в Барыжский район. В Теренгульском районе мы в районном еще будем. Сегодня женщины пригласили нас на субботник на кладбище, где захоронены наши ветераны боевых действий. Конечно, мы за такую идею, мы поддерживаем идею, когда малые родины, малые селы в чистоте и в порядке. Кстати, скошенную траву участники субботника не выбрасывали. Ее складывали в мешки, грузили в автобус и развозили по местным жителям, держащих скотину. Сено встречали с радостью и не забывали просить привозить еще. Благое начинание встречало сочувствие почти от всех жителей села. Территория храма, она должна быть всегда чиста, то есть чтобы люди шли, чтобы благодать, которая присутствует у нас и вокруг храма, и в храме было всегда чисто и аккуратно. Вот хочу раз еще раз поблагодарить, пожелать всем здоровья, теплоты, чтобы и Господь пусть помянет всех родных и близких, ибо кто здесь убирался. Вот. Большое-большое спасибо вам. В субботний день приехал в Подкоровку и губернатор Сергей Морозов проверить, как выполняются его поручения по благоустройству села. Глава области остался недоволен тем, что пришла в негодность территория недавно отремонтированного детского сада. Заросло бурьяном сельское кладбище. Эти вопросы нуждаются в скорейшем решении. Поручил губернатор и выделить средства на ремонт Дома культуры. Нашлись и те, кому генеральная уборка пришлась не по сердцу. Это как раз любители поработать языком, а не руками. Они готовы часами защищать экологию родного края, но только лишь на словах. Даже в городе объявляется субботник. Ребята, вы только критикуете. Ребята, критиковать. А здесь не надо. Правда, предложение принять в руки грабли или лопату и помочь Подкоровке делом они проигнорировали. Вместо того, чтобы помочь, вместо того... А мы пришли посмотреть, как вы будете работать. Да, молодцы. Спасибо вам на это. Болтать, не мешки ворочать, как говорится в народе. Только вот за такую говорильню никто не отблагодарит. Егор Титов, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».